Сейчас мы пойдем посмотрим спецучасток, мокрую его часть. Так, похоже, вот эта трасса. Такой длинный красивый спецучасток. Сейчас хорошо, листвы нет. Все видно. Нормально, это Рубилово. Давно там никого не было. Они все здесь оказались. Тут кустики немножко повреждены. Так, у вас на блоке висит хищник тут. Нашлись. Все тут, да? Да. А я думаю, где делись зрители? Все зрители и машины даже. Красиво. Шикарное место. А траектория только сюда, да, выход? Сюда остановитесь. Вот там, сюда. Вот там, вот. Остановитесь, и будет все четко. Вот тут в районе УАЗа будет все идеально. Правильно. Ну да, Вова, на Ниве, наверное, реально оценил свои силы. Нужно было. Нива отъездила, да? Ну, наша Нива зеленая не поехала. Глубоковато тут для Нивы просто. А купальные костюмы, наверное, не взяли, ребята. На лебеде. Да, правая. Правая полуось или редуктор, что-то справа разорвано. Фотография. Ну. Не видать, тянет. Отпускает назад, чтобы расклинить колесо. О, а передний правый редуктор реально никак отключить. УАЗик прорвался. Это реально претендент на победу. Это хард, друзья. Тут такая жесть просто. Вот тут. Это проезд. Это не, это когда там перекрыто, да, было УАЗом или что-то кто-то сказал, то сюда поехали все. Или хищник поехал. А, ребята, завестись. Пива мало, зачем? Да, да, мы везде. Витара сдала, включила заднюю, называется. Это он разгон берет или? Разгон берет? Там ему глубоко, да, со мной? Или нет? Хорошая, но не постоянно. Так, Нива достала Витару. РМ, флудилка, Росомаха. Украинские свинарства тоже пусть смотрят. Монстры Прилуки. Кубок украинского бедруя. Offroad Brothers. Offroad Ukraine. Экстремал. ГАЗ-69. Это все группа? Да, да. Ну, это я еще пропускаю некоторые. Ну, Крису лично. А, день рождения Криса давайте его отправим, пусть смотрят. Максу лично отправляем. РФС Латвия. Сейчас. Литва. Литва, да. Ну, он в группе, он же тут, который снимается. Это вот он, да. Так, Нива, 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 Нива. А, YouTube это тоже вы кидаете, да? Да. Нет.
А, у вас там плавает до сих пор, вон у вас вдалеке еще, елки. У вас, чтобы ездить, нужно сердце, я не знаю, чтобы она на макаре. Так, Нива. Хорошо, ребята грамотно едут. Под мостом уже капот. Кипит. Когда давал, да? Они все сели. Он перед этим уже, ну, получается, они выиграли. Ну, да. Витара не выиграла, Нива выиграла. Нива лучше. Но Витара — это с Нивы копия. Поэтому копия всегда хуже оригинала. Не, Нива уникальная машина тут, без вариантов. А, он домой, наверное, разворачивается. Там же трасса Харьковская, да? Трасса ж там? Да. Харьковская. Она через реку сторону. С разгона, может. Так, тут какие-то люди, а что это за... Это Жека лазит. Встает. Жека встает. Я думал, что их тянут. Точно. Уже забродный такой. А где Тойота? А вон на том берегу, да? Тут хорошее место. Он думает, куда ее бы не утопить. Крыло уже оторвали. Оторвались? Да. Крыло и зеркало. Белый УАЗ оторвал. Да, прямо на камеру. Молодец. Так, смотри, куда-то он хочет, видно, покончить жизнь самоубийством. Так, Нива ищет теперь дорогу. А лента вон аж далеко. А нет, тут узко. Одно дерево мешает. Нормальный экшен. Нормальный экшен. Это давно такого не было. Блин, он крыло. Я ставлю на эту Ниву, она вырвется. Стой, крыло поцарапал. Мне кажется, он потерялся. А, тут 306 номер желтый, я думал, знак инвалидный. Это надо посмотреть, это было прилично. Да, неплохо шел. Щучка улетела. Показывай пиратскую кофе. Тойота идет. Во, Гарри дает, аж волна пошла. Так, Тойота, там УАЗ утонул, перекрыл все. Пытается проехать там сзади. Там есть выход. Там есть выход, где-то он выходит там. 70-ка с КЗ там на Лапландерах. Деревья здесь есть. Куда зацепиться. Да, нормально так. Хорошие места. А вы сейчас так не видим. Все, так и держи, да. А никто не может потянуть, да? Да, я сама провода принес, пытались. А лебедка заклинила, да?
Его бы чуть подтянуть, она бы ослабла. Да. И попросить Тойоту. Так, у вас завелся. Еще один. А сюда ездят еще где-нибудь? Может, туда тоже будет выезжать. Да, хорошее место. Так и едет. Видите, что исполняет на задних колесах. Говорит, на бетоне поломали. Или кардан напрямую без раздатки, который для Нивы, просто задний кардан длинный. Кору? Откуда? Так, Рома вылазит. Да у нас же есть пора. Нам надо устранить бензонасос какой-то. Проси, да, бензонасос? Просто стена. А. Афроуд тоже высшего уровня. Дефендер будет, он там где брод бегал. Там где брод, он... Что-то лебедка как-то тоже. Да, он это не помогает. Через раз работает. Что вы завелись и заглохли, что произошло? Сцепления нет. Сцепления нет. Дальше не можем выключить. А, выключить не можете? Да. Включаем сразу. Сцепление, ну да, без сцепления. В таком положении, как висит у вас, не сильно удобно. Кому-то из Запорожья, ребятам, нужна, сейчас я не вижу. Ну, телефон там есть в чате, телефон продублирован, наберите, уточните, кому нужна. Или просто длинный кардан на заднем приводе, ребята, домой поедут. Качество норм, спасибо. И это... Просто там уже перемололо правый редуктор. Приехал у вас УАЗ, эвакуировать УАЗ. Подтачка. Вову не видно. Борются. Возможно, и лидерами идут. Там белый УАЗ конкурирует. Кубачек третьего разряда. Не знаю, когда приедет. Давно его не было. Каждый раз нужно. Давай, отдаем. Давай! Свободной нету, да? Зацепились. Он на этом, на крюке. Сантраки тут уже поменяли форму. Конкретно. We'll be right back.
Воды немного. Что там, хлебанул? Нормально, да? Мотор герметичный. Вань, вода есть, нет? Не-не, нормально все. Было вот так. Вот уровень, ты что? Саня, башки сзади. Ёлки, так ты мог сам выехать. А это участник, можешь продолжать, в принципе. Тут помог участник. Вас убить невозможно. Патрубок немножко. Такая машина. Надежная машина, помылся и все. Погнали, еще успеваете. А куда мы успеваем? В призы. На фесте была машинка. Все, поехали. Лента отвязалась, все нормально. И поехал. Вот эта машина, да? На лебедке вытащились, но сцепления нету. С хижаками. Ну почти получилось. Оторвали бензонасос. Бензонасос оторвали. Ёханый бабай, вот это тут конструкция. Ну дай, не сними, вот с этой стороны. С этой лучше? Бензонасос он сними, посмотри, как оторвали. Блин, да тут деревья. Оторвали бензонасос. Жесткие ребята, да видно все. А как они его оторвали? Ну сам отпал. Сам отпал, да? Так не оторвали, он плохо, просто заводской брак в насосе. Я так не готов, ну что, усиленный поставите, в следующий раз и выиграют.